Итак, народ, всем привет! Сегодня я вам записываю очередное видео. И сегодня я вам покажу, как торговать на турбо-опционах, то есть на бинарных опционах IQ Option. Хорошая платформа, здесь постоянно играю. Начинал с 500 рублей, мне так повезло, что вышел на хорошую сумму. Сейчас счету 218 долларов. Как видите, счет реальный, это никакой не демо-счет. Реальные деньги, и сейчас мы будем на них играть. Да, я покажу, каким образом я играю на этом опционе. То есть здесь минимальная ставка, да, чтобы начать здесь торговать, это 300 рублей. Я начинал, как говорю, с 500, дошел уже вот до такой суммы, уже больше, я уже снимал отсюда деньги. И сейчас мы как раз с помощью вот такого технического анализа, такой помощи трейдеру, мы будем здесь работать. Как видите, пара евро-доллар нам пишет, что надо активно продавать. Мы просто послушаемся, ставим 3 доллара и активно продаем. Сам я торговать не умею. Как видите, я торгую сам по техническому анализу. Такие вот подсказки. То есть я ссылку, как сказал, уже оставлю. Давайте за это время, у нас есть 15 минут, и посмотрим, сколько мы здесь заработаем. Пока что наша ставка играет. Советую играть, начинать, если вы в долларах играете, да, там забросили какую-то сумму, например, 10, если 10 долларов закинули, то вам с 1 доллара лучше начинать играть, с помаленьким ставка. Но когда вы проигрываете, вам надо эти ставки повышать. То есть, поэтому чем больше ваш баланс, тем больше шансов у вас выиграть. То есть, сейчас вы попробую вам показать, как это все происходит. Как видите, евро-доллар очень хорошо падает. Через 5 секунд мы заработаем 5 долларов. Поставили 3, 2 доллара 28 центов заработаем. Все, наша ставка сыграла. Теперь мы опять переходим в технический анализ. Смотрим, что нам показывает активно продавать. Она обновляется через каждые 2 секунды. И мы незамедлительно продаем. То есть, как видите, я только слушаю вот этот технический анализ. Сам я торговать, то есть в этом особо не шарю. Наша ставка пока играет. Так, мы опять выиграли. Смотрим опять, ждем обновления. Нам показывает, что надо активно продавать. Активно продаем. А вот этот вот технический анализ, он не на 100%, а вам дает подсказки. Где-то я так проверял его. 7 выигрышей из 10. Но бывает, что можете поставить большую сумму, а вам как раз этот анализ не поможет. Я тоже проигрывал, но пока в минуса не уходил. Только играю в плюс. Так, 10 секунд до окончания, до закрытия сделки. И пока что мы выигрываем. Мы опять выиграли. Опять смотрим наш технический анализ. Активно продавать. Но я думаю, хорошо, будем активно продавать и дальше. Если пойдет вверх, и будет график потом показывать. Если мы сейчас проиграем, потом график сейчас пойдет вверх, если мы проиграем, если будет технический анализ показывать, активно продавать, мы будем просто удвоим нашу ставку, поставим 6 долларов. И потом, вот сейчас мы проиграем, и я удвою ставку.
5 мы выиграли, по идее, да. Выиграли уже на счету 228 долларов. И так как видите, технический анализ работает, то есть дает хорошие подсказки трейдеру. Давайте еще одну ставочку сыграем и уже, наверное, будем закругляться. То есть вот так понемножечку, да, то есть новый опцион 3 доллара. Смотрим, активно продавать. Ах, не успел. Ну, давай попробуем. Все равно показывает, что 12 человек вообще, что покупать, никто не покупает, все за продавать. То есть вот такая маленькая подсказка, сайт investing.com. Но вы сразу не найдете этот анализ, я вам сразу на ссылку скинул, то есть вот на эту страничку, где он расположен. Видите, опять наша ставка играет, но все кардинально, как я всегда говорю, может поменяться. Видите, снизу трейдеры, они сейчас делают ставку на повышение, но мы, как показывает наш график, все ставят на понижение. Значит, много из них кто проиграет. Двадцать секунд до окончания, пока что наша ставка играет. Пять секунд до окончания. Итак, мы опять выиграли. Так, не понял. А, вот. Все, зачислили нам деньги. Небольшой глюк сайта. И здесь записано, что мы выиграли 5.28. Сначала немножечко не понял. Выиграли, да? Звук прозвучал, что мы выиграли. Итак, 230 долларов, да? Сколько там было изначально на балансе? 221. В общем, давайте еще одну ставочку, пока прет. Да, пока прет, надо играть. Все активно продают, значит, и мы делаем то же самое, повторяем за всеми. Все, в принципе, просто, да, то есть если мы сейчас выиграем, сколько там прошло, 9 минут, чуть больше, там 10 долларов или 10 долларов мы с вами заработали, и в принципе время уже записи мое истекает, да, то есть я вам объясню потом. При случае проигрыша просто надо потом ставку удваивать, да, то есть удваивать до тех пор, пока ваша ставка не сыграет. Но всегда обращайтесь вот к этому техническому анализу. Он обновляется каждые 2 секунды. Это ваша подсказка. Итак, мы опять выиграли. 232 доллара. То есть суть игры вы поняли, да? То есть суть торговли на турбо-опционах, на бинарных опционах понятен. Сам я говорю, не трейдер профессиональный никакой. Просто я смотрю на технический анализ и, собственно, зарабатываю деньги. Все, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Всем больших заработков, всем удачи, всем пока.